Родились они зимой, в середине зимы, в берлоге вместе с матерью. В момент, когда мать находится в спячке, родилось трое медвежат, две девочки, один мальчик. Двух уже передали по зоопаркам, и остался один мальчик. И, ну, в дальнейшем тоже планируется передать его в другие зоопарки. Чувствует себя прекрасно, упитанный, здоровенький, бодренький, когда просыпается, интересуется всем. Интересно ему все окружающее, пытается там к чему-то подлазить, понюхать, попробовать, облизать. Получается, ему месяц? Два месяца. Два месяца. А когда они, эти медвежата, уже становятся зрелыми? Ну, чтобы полностью года два. Ну, до полностью созревания, до половозрелости. Ну, а самостоятельными уже становятся, ну, в полгода уже. В принципе, уже все едят, абсолютно переходят на рационы взрослого медведя. В принципе, все. Ну, находятся в хищном отделе. С ним ночуют сотрудники, чтобы подкармливать его, там массажи ему нужно еще делать. Ну, чтобы он испражнялся, мать вылизывает языком малышей. Ну, сами они не испражняются, нужно им помогать массажем. Лучше, когда находятся новорожденные с матерью, потому что там все элементы полезные получает он с молоком. То есть перестройка, допустим, на те же самые смеси проходит там и с поносами, и, ну, с расстройствами. Конечно, хуже, когда искусственно выкармливается. Ну, в принципе, выкармливают очень многие и хорошо выживают. То есть проблем, ну, таких сложных нет.